Ебать, что со звуком? Охуительная физика, ребят. Такое ощущение, что мы на льду. А здесь, видимо, дома еще не дорисовали. Покажи мне свои руки, ёб твою мать. Алло, парниша, у тебя штаны спущены, а ну стоять. Всем привет, друзья, с вами Болторез, и сегодня мы взглянем на новую игрушку под названием Paycheck City RPG. Игра находится в раннем доступе, кроме этого она бесплатна. Давайте посмотрим, что она вообще из себя представляет. Мне она приглянулась, потому что визуально очень похожа на Walking Zombie, который мы проходили. Значит, здесь идет какое-то описание, полиция, гангстеры, что мы здесь можем делать и чем вообще заниматься. Все это, конечно, очень интересно. Нажимаем «Играть». Выбираем сервер. Игроков очень мало. Ну, давайте, наверное, сходим туда, где кто-то есть. Это логично. Нахуй нам пустой мир. Присоединяемся. Почему-то в игре нету вообще никак... А, вот звуки появились. Отлично. Так, кто мы? Press Y to start. Ага, писать, понятно. Ну, я не хочу никому писать. Я хочу здесь что-то сделать. Пойдемте сходим в полицию, ребят. Хотя, с другой стороны, нахуй нам сюда нужно? Вот здесь, собственно, и нет никого. Кто-то ходит. Мы можем сразу взять и въебать ему. А, допустим, на Е или на... Куда он делся? Что, блядь, за телепортация? Мы что, в будущем? Я так понимаю, мы находимся в открытом мире. У нас 1000 баксов, или что здесь за валюта, хрен его знает. И мы здесь можем чем-то заниматься. Ну, пока я не вижу чем. Наш мир заканчивается вот так. Я могу себя убить? Интересно. Хм, слушайте, интересно. Мы даже можем покончить жизнь самоубийством. Не в каждой игре такое есть. Это банкомат. Или что это? Это телефон. У нас денег не отобрали, хорошо. Как здесь, блядь, что-то сделать, я не понимаю. Ну хорошо, написать мы можем. Hello. Блядь, куда это делось? Куда чат пропал? Блядь, ребята, игра зависла. Я нихуя сделать не могу, я даже на escape не могу не нажать. Что за ебаный в рот? Мне пришлось, ребята, перезапустить игру, потому что она совершенно никак не реагировала. И я зашел на тот же сервер, нас также здесь все трое. И вот какой-то человек, ну, точнее игрок, уже угнал машину. Хорошо, я могу сделать то же самое. Почему, блядь, Е пропадает? Вот, Enter the car. Ну. Но я нажимаю на Е. А если поменять язык? Я зажал Е. Нет, я не могу зайти. Наверное, я не могу это сделать, потому что это не моя машина. Ну, они как бы все одинаковые. Откуда я знаю? Хотя здесь есть номера, смотрите, ребят. Они разные. 1D5215J. 5215J. Охуеть, здесь еще и у машин одинаковые номера. Ну вы что, разработчики ебанулись, что ли, в край? Ладно, я понимаю, марка одна и та же и цвет. Давайте ее нахуй скинем отсюда. Отлично. Почти. Блять, как здесь все нахуй лагает и дергается, ёб твою мать. Ладно, машину мы не можем взять. Тогда что я могу здесь сделать? Вот в эту я, например, могу залезть, куда-то зайти. Почему здесь не работает Е, я хуй его знает. Давайте зайдем. Связывание клавиш. Быстрое сохранение. Так. Режим огня какой-то есть. Интеракт Е. Ну вот, блядь. Я и нажимаю на этот обоссанный интеракт. Почему я не интеракчу с объектами? Вот. Нажимаю. А, вижу все. Машина заблочена. Угу. Получается, нам нужен ключ от этой машины. И это не просто какие-то машины, это, скорее всего, какие-то служебные автомобили. Слушайте, ну в руководстве, по-моему, не зря было написано что-то про полицию и про гангстеров. Получается, здесь какая-то война должна происходить. Кто-то здесь бросил машину, может, она открыта? Нет, она тоже залочена. Ой, она сейчас взорвется, по-моему. Хорошо, идем дальше, ребят. Горячая пицца. Ебать, что со звуком? У меня такое ощущение, что сейчас мой системник взлетит в воздух. От всего этого великолепия.
Здесь было еще два чувака. Где они, блядь? Мы можем носить на себе 25 килограмм. В метро. В метро хер, мы не можем зайти. Ну, блядь, город абсолютно пустой, и это абсолютно никак не связано с количеством игроков. Он, в принципе, пустой. Ну что, блядь, я никуда не могу зайти, ничего не могу сделать. Охуенно красивые дома, и все. Может быть, я не знаю, приедет какой-нибудь автобус и увезет нас. Но не стоит на это надеяться. А здесь, видимо, дома еще не дорисовали. Охуительно. Ребята, мы сделали игру, мы пускаем ее в раннем доступе. Ну и похуй, что дома не доделаны. Прекрасно. Никогда в жизни, блядь, не поверю, что дом может быть с одной стороны только сделан. Ну вот, пожалуйста, да. Охуительное решение. Просто люди будут ехать по дороге и наслаждаться видом. Там, по крайней мере, хоть какие-то бордюры есть, а здесь, блядь, просто установили прямоугольник и все. И так, кстати, ох, ебать, ребята, вы посмотрите, какие здесь машинки. Да это же, ебать, его в рот Ford Mustang. Я хочу в нее сесть. И, блядь, я сел в эту машину? Серьезно? О, блядь, ребята, все, мне эта игра начинает нравиться. Охуительная физика, ребят, такое ощущение, что мы на льду. Ну-ка, полицейский разворот. Блять, игра вообще знает, что обычно на пробел это ручник. Ебануться, ребят. Вы посмотрите просто, как она поворачивает. Вы посмотрите, блять, на анимацию, на вот эти вот колеса. Да, форсаж просто отдыхает. Ну-ка, подождите, а что там за машинка? Там какой-то желтый автомобиль. Я таких не видел. Может быть, это какой-то бандит? Или что? Что с ней не так? Че это, блядь, за Жигуль разъебанный? Ну что я могу вам сказать, друзья? Мы практически изучили город. Были во всех его концах, если можно так выразиться. Так, у меня, походу, опять системник взлетает. Слышите эти звуки? Давайте прочекаем контейнеры. Может быть, здесь есть какой-то лут. Вот, посмотрите, он открыт. Я надеюсь, нас здесь не закроют и не отправят куда-нибудь в Мексику. Угу. Ну вот это уже похоже на гангстерский район. Вы посмотрите, какие здесь раздроченные халупы. Вместо окон все заколочено досками. Да, здесь определенно должны быть гангстеры. Гангстеры, бандиты, семьи, кланы какие-то. А вот и полицейская оточила. Ага. Значит, здесь, наверное, где-то коп. Игроков явно здесь не хватает. Но, если честно, я не знаю, что может удержать здесь нормального человека. Потому что здесь абсолютно нечем заняться. Ну хорошо, хорошо, ребят. Сейчас мы прыгаем в наш Ford Mustang и отправляемся в полицейский участок. Что такое? Hello, hello! Hello, мазафака! Блять, как с ним разговаривать, ребят? Давайте посмотрим клавиши. Да, блять, подожди, я ищу. Так, crouch, secondary action, reload, переключатель POV. Так, handbrake, что это такое handbrake? Lock car, переключить сирену. Как мне общаться с людьми-то, вы мне скажите? Меню работы... Так, меню работы, вот это интересно. Войти в чат. Хорошо, ребят, выходим. Входим еще раз в чат. Пишем... Блять. Хай. Здесь должна быть кнопка с голосовым управлением, ребят. Я ее нихуя не нашел. You can only change jobs of swap point. Ага, понятно. То есть здесь все-таки можно принимать какую-то сторону. На F, вроде как, да, мы блокируем машину. Ну, я с кем-то поздоровался, но он, видимо, не знает русского языка. Либо он какой-нибудь русофоб, не знаю. Давайте отправимся на респу, ребят. Отправимся на респу и попробуем еще раз жмякнуть на кнопочку J.
А здесь есть разрушаемость какая-нибудь? Вот это я разогнался, хорошо. Нет, ребят, столбы здесь... Как в... О, человек! Ну-ка иди сюда нахуй. Как с ним повзаимодействовать? Вот я на Е нажимаю, и ничего не происходит. Hello! Hello! Блять, да на что здесь нажать, чтобы разговаривать? Ух, на Ctrl я могу приседать. Бразер! Да пошел ты нахуй. Не слышит меня совсем. Зайдем в полицейский участок, ребят. И нажмем на J. Нет. Нам нужна какая-то спаунпоинт. Я хер его знает, где это спаунпоинт. Возможно, нам стоит выброситься за борт. И мы вновь появимся где-то. И это, наверное, будет респаун. Да? Респаун. Вот, хорошо. Я нажимаю на J. Я, блядь, на J нажимаю... Ага, все, вижу, отлично. Давайте мы будем полицейским, ребят. О, отлично, охуительно. Так, убираем все это дело. У нас есть оружие. Почему полицейский без ствола? Я хочу кого-нибудь... Я хочу того чувака сейчас призвать к ответственности. Что это за хуйня в воздухе повисла? Ну, судя по всему, это мой ствол. Почему он, блядь, висит в воздухе? Мне кто-нибудь ответит? И почему я не могу его подобрать? Я на F, на E, ребят, нажимаю на все подряд. А, вот! Господи, блядь, на... А ну-ка, ста... Руки вверх, я тебе сказал! Сынок, покажи мне свои руки, ёб твою мать! А ну, стоять! Блядь, а где патроны-то брать? А ну-ка, стоять! Руки сюда! Отлично, ребята, хорошая работа, офицер, говорит нам игра. Вы задержали кого-то. Я видел, здесь были решетки. Давайте проверим, как он здесь поживает. Наверняка... Да. Ну что? Потому что ты мне не сказал, как разговаривать в этой игре. Все, посиди здесь, подумай над своим поведением. Где мне взять патроны? Я выполнил свою работу, можно сказать, голыми руками. Может быть, в качестве вознаграждения мне кто-нибудь даст хотя бы одну обойму, чтобы я чувствовал себя более уверенно и мог отправиться в Черный квартал. Если вы понимаете, о чем я. Это здание суда? Хм. Ну что, ребят, получается здесь две команды. Полицейские и бандиты. У полицейских, как я понял, только одно здание. Вот здесь вот должны они обитать. Как-то между собой общаться. Хер знает на какую кнопку. И, собственно, все. А у бандитов, у этих гангстеров, целый район. Очень много домов, где они могут спрятаться, отсиживаться и, видимо, как-то противостоять пацанам в синей форме. Опачки. А это кто такой? А ну-ка нахуй стой. Алло, парниша, у тебя штаны спущены, а ну стоять! Давайте его тоже задержим, нахуй. Стоять, блядь. Вот так вот. Отлично, ребят. Это был какой-то криминальный авторитет. Видимо, он играл в баскетбол под 72-м номером, но это его... Хуй ты, блядь, за мной ходишь? Я тебя сейчас тоже в каталажку посажу. Пошел нахуй отсюда, я видос снимаю. Ну что, ребят, вот такая вот игра бесплатная, в раннем доступе. Пока сложно что-то о ней говорить, потому что игра абсолютно пустая. Заметны налицо баги, лаги и все прочие прелести игры. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!